Всем привет! Прошла ровно неделя, и мы опять в космосе. Не переключайтесь. Настя хочет себе купить кофеварку. Уже скидка. Да. 39. Сколько? 139? А, вон там вверху. 139.99. Настя хочет по утрам пить экспресс или что ты хочешь, Настя? Капучино. А, капучино. Она у меня любительница капучино. Мы сейчас едем в гости к друзьям. И вот надо что-то купить к чаю. Настя сомневается, что именно. Так, это что? 7,99, 6,99. Это чего такое? Синнабоны. Синнамоны. Синнамоны. Ну, какая-то сладость. 12 кусочков. Мы сегодня в другом Костко. Не в том нашем привычном, а тот, который недалеко от Икеи. Выбор становился на алмонде с орехами. Итак, 9,99. Ну давай пробуй. Мы попробуем, они попробуют. Да. Что следующее? Все, что ли? Домой? В гости. Так, сейчас мы еще... Нам нужно воды купить, нам нужно фруктов купить. Ну и так, по мелочи, всякого разного. Коробочка яблок. 7,99, да? 8,99. Ну бери. Мне нужна вода. Я обычно беру одну пачку, вот такую, 40 штук по пол-литра, но в этот раз возьму две. Воду пью много, жарко стало, сегодня 29 градусов у нас, поэтому возьму две упаковки. Настя выбирает виноград, да? Ценник. Клубнику. Бери не сильно сладкий, София сильно сладкий не любит. Ну, бери какой-нибудь. Поедим. Бери зеленый. Что? Ну, есть такая фишка. Свежая, портится. Ну, за всем нужен глаз да глаз. $1.29 это бананы. Такие зеленоватые, но не сильно-сильно зеленые, как есть продают. Не, бери вот такую. Да, потому что я ем бананы. София не любит, ты ешь бананы. Так, тележка наша потихоньку заполняется. Органические яйца. 7,39. Настя взяла вот такой лоток. Груши 8,99, да? Так, что тут еще? А яблочки, Настя, мы съели, нет? Что мы съели? Яблочки. Пакет яблок. Яблоки мы же взяли. Нет еще там чуть-чуть. Они сильно сладкие. А, те, которые сильно сладкие. Ну, двигаем дальше. София. София, шортики 9,99. Так, вот тут всякие уже летние вещички. И вон там впереди. Цены, видите, небольшие относительно такой мелкой одежды. Возьми. А размер? Ты угадаешь с размером? С размером угадаешь? Еще шортики для Софии. Одни вот есть. Это домашние. Что, не приглянулось? Я не могу размер. А вон там сейчас пойду искать себе шорты. 15,99 шорты на меня. Ну, сейчас поищу и посмотрю. Вот в этой пачке. Сиреневый идет или розовый? Да бери сиреневые. Так. Мне нужно сиреневый. Двое сиреневых? Ну, будет в сиреневом стиле некоторое время ходить. Разглядела, оказывается, шорты для подростка. Пойду в другую часть, там вроде бы для меня. Нашел все-таки шорты себе, 14,99. Вот такие тут расцветки. Выбрал себе вот такие. Светло-синие, темно-синие. Софии решили одни шортики взять, другие оставили на потом. София померит, посмотрит. Если понравится цвет, возьмем еще другие из такого же цвета. Настя ищет себе пижаму. 15,99. И они вот такие. С шортами и бриджами в комплекте. Дома ходить. Да, расцветка такая. Ну что, пойдет для дома. Так, она смотрит, не знаю. Какие-то странные. Ну, с шортиками ничего. Ну да, вот что-то.
Юбчонка. Настя, смотри шортики, 9,99. Вот такие. Мне как бы не фонтан, но на картинке девушки хорошо. Надеюсь, ожидание реальность. Че, дома ходи. Ну, выглядит как мужские семейники. Чем-то напоминает, как твой папа там ходил иногда. Лучше то взять, синее. Лучше то возьми, синее, да. Потому что семейники для женщины любимой. Он должен быть секси. Неважно, смотрит на нее, не смотрит. Не знаю, полосатые братья Габс из Утиных историй. Полосатые были, нифига не секси. Но Илья просил печенье. Вот такое он кушает, Белвита. И вот оценник 13,99. Сейчас мы еще орехов купим. Ну и тут немножко одежды. Нам нужно купить цветы. Мы идем в гости. И одной леди нужно сделать что-то приятный подарочек. Символический. Ценник 16,99. А на этой стороне 19,99. Ну, вроде получше. Сейчас что-нибудь выберем. Свежие. Орехи с зеленой этикеткой. Это вот оттуда. Вот орехи. 13,99 вроде бы. И 15,99. Милана. Коробочка для Софии. Спросил у Насти, сколько стоит. Не знает. А идти неохота далеко. Наша итоговая корзина. Пару минут. И мы узнаем цену всего этого добра. Наша покупка сегодня $148. Совсем чуть-чуть. Мы идем загружать нашу закупку небольшую. Не забываем ставить лайки, если понравилось. Подписываться, если не подписались. Всего вам самого лучшего. Пока-пока.